Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. В общем, тут такое дело. Запилил я ролик, посвященный полностью мафии от и до, от начала до конца. Ребята попросили. Это одна игра, которую я выкладываю, но она целиком. Ну, моментами я вырезал, конечно, так бы хронометраж был вообще минут 30. Но вот это самые сочные моменты и фактически то, чем мы занимались всю неделю и как мы играли в мафию, в самой GTA. Приятного просмотра, наслаждайтесь. Мой голод манит аромат. Я знаю, ты сегодня хочешь отдаться мне. Я чую сладкий смрад. Так, бульдозер, ты тут? Да, да. Ты мафия? Нет. Почему? Потому что я человек. Нихера себе, почему? Они самые тихие. Понял, аргумент. Так, Бодя, ты тут? Да. Ты мафия? Конечно. Кого ты убьешь первым? Бацо раскрыт. Я за Вано. Кого? Вано, Хеллер. Хеллер и Вилка. А Хеллер вообще не играет. Вот ты попал. Хеллер не играет. Спаси и сохрани. Что? Решим. Йоу. Ну ладно, решите. Герш, ты тут? Нет. Ты мафия? Да. Кто второй мафия вместе с тобой? Барби, ты тут? Да-да-да, здесь. Ты мафия? Нет, к сожалению, блин. Блядь? Я понял, хорошо. Как ты думаешь, кто из них мафия? Так. Вот девчонка вот справа от меня, думаю, она мафия, она вообще молчит. Я даже не знаю, кто это. О, слышал, она симпотнее, чем это, чем розовый. Да? Его на превью надо. Я, короче, делаю замену розовой, теперь у нас новая девочка, вот она будет. И у нее личный иммунитет на два раунда. Блять. Иммунитет ведущего. Шутка. А можно ладно. Подойти посмотреть? Нельзя. Она моя. Да. Так, следующий. Это да, приставка. А, этот. Да. Слева приставка. Даня, ты тут? Да, я тут. Ты Даня? Да. Фу, сука. Ладно, и как ты думаешь, кто из них всех мафия? Морбиус и Барби. Морбиус и Барби. Морбиус и Барби. Мафия, я понял. Так. Город засыпает. Сутки не удалось обольстить мафию. К сожалению, мэр не активировал свою суперспособность. Находим и первым нас покидает. Первым нас покидает. Не, кто умирает, я посмотрю. Так, и первым у нас умирает, соответственно, судья. Сходу убили судью. Жалко, что... Это очень было логично. Жалко. Город подкуплен. Значит, смотрите, что произошло. Мэр не активировал суперспособность, проститутка проверила не того, точнее, проститутка проверила, и это не оказалось мафией. Мафия жива, два человека. Предлагаю вам обсудить, время пошло. Суки, блядь. Весомый аргумент, честно. Ну, за Рисгварда никто не голосовал сейчас, поэтому... Его чисто рандомно выбрали. Подожди, его убрали, потому что кого-то бесят читы. Это вот стопудово. Кто-то прям на днях орал, то, что убили этого мудилу с сессии. Согласен. Все мы согласны, ребят, мы сошлись, что труп был правильным. Что первое убийство, оно было как бы предначертано. Это понятно. Кто сказал, что и ты думаешь, что это бульдозер? Кто это сказал? Вот зря ты, Сократ, это сказал, сейчас все против бульдозера будут. Почему? Я просто спросил. Я предлагаю начать обсуждение темы того, кто проститутка и почему два раунда она уже молчит. Ну, я шлюха, я сказал, я шлюха. Кто? Я. Физик. Физик? Да. Ну да. У него штаны красивые. Да, я похож. Кто рядом со мной стоит? А, Хромус.
Давайте ускорим процесс. Барби, ты против кого голосуешь? Так, я сейчас плохо вижу надписи сейчас. Вот это кто без конца Барби говорит? Где он? Да. Вот, да. Вот это вот как у него? Бульдозер. Бульдозер. Достал без ничего жизнь, просто так Барби. Все, отлично. Бульдозер один голос. Герыч, ты против кого? Я думаю... Опять ты на меня смотришь. Блять, не знаю. Барби. Не смотри на меня. Против Барби один голос, против Бульдозера один голос. Так, Гарен, против кого ты? Я за Бульдозера, он убивает свое окружение. Два голоса против Бульдозера. Убиваю. Свое окружение. Физик, ты против кого? А? Я против Бульдозера. Три голоса. Да, ребят, у меня интернет, блядь, отлетел. Денис, ты против кого? Против Барби. Два голоса Барби, три голоса Бульдозер. Хронос, против кого ты? Я думаю, ты физик. Физик, один голос. Бульдозер, ты против кого? Барби. Три голоса против Бульдозера, три голоса против Барби. Встаньте. Да я шлюха, заебали. Выйди сюда, выйдите оба сюда. Кто-нибудь желает изменить свои голоса? Я хочу изменить. Да, слушаю. Это... Барбекю. Барби? Да. Бульдозер, встань обратно. Вот, кстати, он реально Барби. До свидания, ты был хороший. Не, подождите, все проголосуют. Стой, Барби. Против тебя голосует большинство. Тебе есть что им сказать? Нет, я считаю таким образом. Мы с ним вдвоем вышли. Пусть давайте все еще раз проголосуют один да, раз. Да, давайте переголосование. А то как-то давай. Странно взяли, один поменял. У меня просто путаница какая-то. А может реально мафию взял, и мафия, блин, взял своего, а отгородил это и все. А, да, видишь, конечно, я мафия, видишь, да, я еще в шляпе такой. Не, ну это... давайте пусть все проголосуют против нас двоих. Да, давайте переголосование. Хорошо, давайте. Вы не участвуете в голосовании, потому что вы голосуете так против друг друга. Герыч, против кого ты? А у нас же Морбиус тут есть в Дискорде. Я думаю, Барби. Один голос против Барби, Гарен. Не меняй свое мнение. Один голос против Бульдозера, Физик. Бульдозер. 2-1, Денис. Барби. 2-2, Хронос. Вы голос решающий? Да. Может, они по полминуты скажут какую-нибудь защитную речь? Нет, давайте, полминуты у вас знать. Каждого. Я начинаю да. С Бульдозера. Бульдозер первый, говори, у тебя 30 секунд времени, пошло. У меня красивая шляпа и красивый костюм. Я человек, всё. У тебя рожа страшная. Все, следующий. А я знаю. Заткнитесь, не перебивайте. Давай, 30 секунд. Я могу нормально сказать объяснение. Он стоит все время сначала... Барбекю. Никакого основания. Просто взял и барбекю, все тупо. Да потому я что... Да ну и чё теперь, блин, ёгки-фоги? Всё, он просто Фрэнс, в чё тебе есть сказать? Ладно, пускай будет Бульдозер. Ты против Бульдозера? Да. Кто-нибудь желает изменить свой голос? Реально без основания, просто так берет и гасит, я не Бульдозер. Знаю. Бульдозер, кто-нибудь желает изменить свой голос? Еще раз спрашиваю. Если я бы мог, я бы тебя это... Бульдозер, тебе есть что сказать? Да. Не, всё, я... Типа, всё, да, мой последний. Ну ты можешь это сказать, может они изменят свой голос. А, короче, Барби, если б я мог, я бы тебя вначале убил. Я понял. Кто-нибудь желает изменить свой голос? Это типа было бы слишком палевно, если бы он его убил вначале или сейчас. Кто-нибудь желает изменить свой голос? Нет? Напрямую. Барби, встань обратно. Бульдозер. Тем более я бы Руса не убивал, давай. Ты мафия? Нет, я мирный. Вы убили мирного жителя. Базар. Барби. Город засыпает, просыпается мафия, никому не двигаться. Вас становится 6 человек, еще меньше. Проститутка все отлично написала, все написали. Мафия сделала свой выбор. Попался? Убить его уже. У тебя патроны холостые. Ну? Кто? Нет, кто умирает? Чисто. Кого стреляет? Сейчас скажу. Бубенцы сжимаются тогда. Сейчас вы узнаете. Дениса убили, все понятно. Кого? Прямо в глаз. У меня лагает жестко, я не пойму, кого выстрел слышу, а вообще... Ощущения никакого. Я сказал, ебать. Проститутке не удалось опростить мафию. Так. А кем он был? К сожалению, мафия убила проститутку.
Я могу из мертвых восстать? Чё, Денис, тоже умер? Нет. Ты даже не можешь сказать, кого ты проверил, если, если чё. Блядь. Но я хочу вам вот что сказать, ребят. Физик утверждал, что он проститутка, если что. Я просто напомню вам его слова. Опа. Если мы сейчас ошибемся, то мафия выиграет? Если вы сейчас ошибетесь при голосовании, мафия выиграет, да. Да. Сорян. Ну давайте физика. Это физик. Не, можно подождите сразу я. Не-не-не-не, давай без этого. Все, ты, да. Мы тебя решили. Во-первых, так, во-первых, мафии две, да. Во-вторых, я никогда не работаю в команде. Я никто и в команде, поэтому я бы не стал мафиози. Ну, ребят, я просто этот, я шутник. А при чем тут это в команде? Тебя выбрали. Не ты решаешь, да, не ты решаешь. Нет, понимаете, как бы мафиози. Просто подожди, дверь к тебе сяду. Ребят, смотрите, я могу сказать так. Вот вы меня валите, да, я ведь, ну, я пиздобол еще тот, да, вы знаете. И поэтому я предлагаю валить вот Йоу. Потому что он молчит. Не, серьезно, он молчит всю игру практически. Он. Я думаю, как... Итак. Йоу. Вот много пиздишь, а ты уже сказал, что да ты. Да потому что мне надо как-то защищаться, вы же меня убьете, бля. Так а зачем ты сказал, что ты мафия? Ой, проститутка. Сократ, начинай. Так а кто мне запрещает быть проституткой? Может я хочу. Поехали, может, Барби. Ты против кого? Блин, ну, честно, физик. Я не знаю, я даже не знаю, но думаю, физик, да. Герыч. Ребят, просто вспомните, сколько раз вы против меня голосовали и умирали. Герыч. И проигрывали. Ты кто? Против кого ты? Против физика. Бодя. Физик. Лёга. Физик, против тебя все. Скажи что-то, свое оправдание. Я хочу, что если сейчас... Почему ты соврал? Я хочу вот что сказать. Если вы сейчас убьете физика, и он окажется мирным жителем, то выиграет мафия. Если вы убьете сейчас мафию, то, соответственно, игра продолжится. Поехали. Ребят, я вам еще раз говорю. Во-первых, кто, так сказать, воевал ранее, он помнит то, что меня сколько раз убивали, особенно вот на таком этапе игры, и оказывался я не мафия. Это, так сказать, момент не исключение. Но в этот раз точно будет. Вот в том-то и прикол, понимаете? Это, понимаете, это как в казино, типа, ну, ребята, учтите просто. А может, если вы меня сказал, что мафия убила его за место проститутки ночью? Что еще раз? Да. Да, вот я, может, хотел проститутку прикрыть, а? Вот, в общем, ребята. Давайте ему поверим. Подожди, кто это сказал сейчас? Никто, это ветер. Это ветер. Подожди, то есть, кто тебя сейчас только что прикрыл? Скажи, кто тебе это... Никто не мог это прикрывать. Это ветер. Так, значит, физик точно мафии? Кто ты из этих вот, двоих? Ну, я так не понял. Ну, не, я Рус. Я вам говорю, ребят. Хорошо, поехали. Вы готовы изменить свой голос против... убрать его с физика? Ну, учтите, ребят, если вы меня убьете... Давай к ним. Ёлка, это я сказал! Серега, ты готов изменить свой голос? Кто? Нет, я оставляю свой выбор. Герыч, ой, Герыч, Бодя, ты готов изменить свой голос? Нет. Герыч? Нет. Барби, Герыч, никто, нет. Да? Смотрите, если я сейчас мирный житель, я буду вас объебывать всю жизнь. Пойдем. Ребята... Я буду заходить в Дискорд и говорить, вы все... Всё. Вы решили все проголосовать против физика, правильно я понимаю? Да, так точно. Да. Физик, ты мафия? Нет. Победила мафия. Физик был мирным жителем. Мафия был барбекю. Барбекю, Барби, барбекю и Бодя. Гарен. Блядь. Кто мафия был? Кто мафия был? Барбекю и Гарен. Я! А я вам говорил.